А где хромакей? У Антоши, блин. У меня Антоша спиздил хромак. Вы думаете, я чё, блядь, здесь? Они все говорят, что типа, да я им там компьютер Мазелову отдал, хромаке Антоша отдал. Нихуя. Они, блядь, приехали ко мне в дом, избили меня, забрали все мои вещи, компьютер, и заставили меня покинуть страну. Они мне угрожали, сказали, если я не улечу, а мне пиздец. И они забрали все мои вещи, мой комп, блядь, все, что у меня было, нахуй. Отпиздили меня, забрали, сказали, нахуй уебывай, короче, из страны. У тебя есть один день. И я просто купил билет и улетел туда, куда смог улететь. Сюда. Потому что у меня виза там, ну, европейской нет. Все, блядь. А они всем расскажут, что это я такой классный, там, компьютер. Мазелову подарил, блядь, это, там, все остальные, там, как что-то Антоша, и раздал вещи. Ага, блядь. Отпиздили меня и отправили в другую страну. Я чё? О, посмотри.